Уже более 2000 приморцев пострадали от укусов клещей в текущем году. К 15 мая в медицинские организации края обратилось 2014 человек, в том числе 537 детей. Такие данные приводит Роспотребнадзор. При этом количество пострадавших на 4,3% выше, чем за аналогичный период в 2023 году, отмечают в ведомстве. На экспресс-диагностику приморцы сдали 1395 клещей. В части из них выявлены боррелии, рикетсии, анаплазмы, эрлихии и антигены вируса клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 5 исследованиях. Места присасывания клещей – это Спасский район, город Арсеньев, Находка и Владивосток, лесная зона острова Русский. Пострадавшим проведена экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Среди жителей края также зарегистрировано 8 случаев подозрений на клещевой боррелиоз, болезнь Лайма, и 5 случаев подозрений на клещевой рикетсиоз. Специалисты напоминают, если вы обнаружили клеща на своем теле, необходимо как можно скорее извлечь его в травмпункте или поликлинике, а затем сдать на исследование. Своевременная медицинская помощь может сохранить здоровье и даже жизнь человека.